Димас. Пассантре. Ё-моё! Ё-моё! Я убил! Я убил! Есть! Есть! Я стал большим! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бродяга, Васаби, Стаканчик, Щитас, Кабанчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это SCP Лаборатория с оригинальной игры Roblox. Если будете кушать, приятного аппетита, у нас режим чужой, пацаны должны будут выживать в этой классной лаборатории, а я их должен всех замочить. Так, давайте начнем по порядку все изучать. Ой, я слышал только кого-то. Кого-то я слышал. Нет, послышалось. Тут нычка есть, я знаю. Кто ставит лайкосик? Кто знает лайкосик, да? Попасть в топки не можешь. Не, могу в прыжке. Просто очень странно все это работает. Тут по ступенькам целая трагедия. Зелёно открыть. Так, давайте тут прочекаем. Никогошеньки. Карта на самом деле очень большая, но при этом оптимизирована. По одной ступеньке будем? Ха-ха. Вот, вот, вот мы приближаемся к тому, что что-то мы сейчас найдем. Че, пацаны, далеко убежали, да? Очень. Ах вы молодцы, как и я. Наверное, далеко. Так. О, кого-то слышал, вот здесь вот. Вот считал, что она закрыта. Так, какие-то кнопки, куча механизмов. Я хочу Димас, я хочу тебя убить. Давай, попробуй меня убить. Мы считался, закрылись. Так, давайте немножко... я слышу что-то. Опа, я слышу дробовик, так как кто-то... слышу справа, справа вот здесь вот они. Эй, ты что, дурак? Эй, что? Ты что, убил меня? Откройте нас. Вот я видел, где они. Так, сейчас потихоньку будем заполонять. Кого ты там видишь? Наблюдаем, наблюдаем. Что будет дальше происходить? Откройте, пожалуйста. Димас, у меня такая ловушка для тебя. Эй, а где это вы? Давай, Дима, я тебя убью. Ты привел к себе их. Это подозрительно. Личинка. Личинка психована, я сбежала. Иди сюда. Буду играть. Ой, блин, мне понравилось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А как теперь открыться здесь? На этой карте снимали, я ведь знаю ее уже наизусть. Кто снимал на ней? Ты. А, давно, это второй раз мы на ней снимаем, да, я помню, а было такое. Я подключаю все свои силы. Давай, я тебя жду. Я флеш. Давай. Эй, нельзя флешем быть. Ах ты жопа, увидит, так больно? Если я кого-то из своих убью, я тебе что? Бейте все, что движет! Кто кого, бродяга или я? Я. Сорян, отстань. Я ноги погрыз его. Классная битва получается, чужой рулит. Так, ну, заныкался. Ладно, как же все... Ой. Подожди, что урон не проходит? Что-то у меня урон не проходит. А, я же вселился. Я теперь смертный. Сейчас, пацаны, я стану бессмертным. Ой, бессмертным, стану смертным. Еду. Давайте за личинку. Как был, так и буду играть. Эй, ты что, дурак, что ли?
О, я буду ждать кого-то в шухаре сидеть. Так. Так, сейчас мы будем сидеть. Ух ты, это было больно! Кишки из жопы! Беги-беги, Димка, беги! Так, надо засаду сделать. В кого-то я сейчас вселюсь из вас и начну за большого мочить вас всех. Давай, я кто? Не, только не меня, пожалуйста, только не... Угу! Так нельзя делать, мочи только меня, своих нельзя мочить. Кто убьет своего, тот умирает автоматически. Сколько раз я должен умереть? Это были обстоятельства. Ты дурак, что ли? Ох, ты в воздухе! Ты в воздухе подстрелил меня! Я знаю. Убили, убили. Убей меня. 3, 2, 1, 0. Вас не надо. Я придумал это. Все, большой стал. Я стал большим. Да, прыгать. Вол, здесь прикольное место. Так, сейчас скилл пропишу, чтобы быть смертным. Потому что когда я выселяюсь с человека, я стою бессмертным. Я тебя отрежу. Опа, по жопе попал разочек. Так, буду я вас по очереди. Пацаны, вы такие вкусные, пахнет едой от вас. Я буду вас сейчас кушать. Блин, я бомбу не успел положить. Йо. Нельзя бомбу ложить. Мочите так. Ты чё, какие бомбы? Во-во-во-во-во-во-во. Отличное место. Меня как, когда ты говоришь, вот отличное место. Вам где-то там весело, а я вас бегаю ищу. Отлично, отлично, я успел всех сожрать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, чужой, лучше всех. Я еще за большого не радуюсь, я сожрал. Попал по хвосту, пробил хвост. 200 жизней осталось. 10 пробитие. Классно возле них не ныкаюсь, они ничего не делают. О, привет! Привет, привет, в жопу попал, легче. О, я знаю, что надо сделать, я знаю, что надо сделать. Ты где? Вылезай. Вылезай, мы тебя найдем. О, слушай, я вспомнил. Где ты? Я за ящиками сижу. Сижу за ящиками. Так. А, они обходят, обходят ящики. Димас еще убрал самое имбовое оружие, которое я... Одного сожрал. Второго выслеживаем. Димаса сейчас мы выслеживаем. О боже, Димашки, не умирай. Димас там на себя нападает. Фух, я свалил еле-еле, успел в последний момент. Готовься, ты сейчас трупом будешь. Нельзя трупом делать меня, только я могу вас делать трупами. Не-не-не-не-не. А где справедливость? Мы же справедливость. Надо... Мы за равные... У нас мы за равные права. Я вас тут закрою, сидите теперь. А я знаю. А я сожру этого одного. Блин! Было бы прикольно, пока одного ем, дверь закрыта, потом того съел. Ну блин. А... Ну что, давайте, у вас есть шанс. Все, давайте я опять маленьким стал. Вселяюсь в кого-то из вас. Пацаны, если не знаете, как умирать, базукой в ноги стреляете и все. Молодец, молодец. Ого, вы челика убили. Я как подобная крыса. Все, я буду вас ждать. Ой, бисклип. Выслеживаем по одному. Внимательно. Вижу, вижу Пикачу. Вижу, вижу, вижу. Зачем Пикачу? Зачем Пикачу? Мы с помощью него мы сможем выследить Димаса. Так, так, так. В воздухе, с дробаша, ты че, псих, что ли? Красавчик, братан. Респекту. Вы че, психи, что ли?
Ну есть еще Димас. Ой, прикольно, я за картой хожу. Ха-ха, ой, упал. Я кого-то слышу. Да дайте убежать! Я вижу, как вы друг друга мочите, я угораю. Я за угла выгля. Видите вдалеке туннель? Я в углу там сижу, в туннеле. Во-во-во, я текаю, я убегаю, Димка, убегай. Так, следим, следим, следим. Внимательно следим. Хорошо, ладно, скажу секрет, я в одном из вас. Как найти, кто в ком я? Дай угадаю, это. Убил, молодец! Догадался, красавчик, красавчик. Так, давайте по. Да зачем ты так делаешь? Нельзя! Так мы друг в друге застряли. Убил! Убил! Все, решающий раунд. Если сейчас я в кого-то вселюсь, я реально буду бессмертным. И что вы будете делать? Кто кого? Кто кого? Сейчас надо столько мне внимательно играть. Так, сосредоточились. Пацаны, внимательно смотрим. Давай. Ориентируйтесь на звук. Дам вам подсказку. Внимательно. Так потому что внимательно, надо сейчас затащить реально. Что за выстрелы? Что за выстрелы? О, я вот тут посижу. Кто-то зайдет, я убью по-любому. Я думаю, что кто-то сюда зайдет. Просто можно по центру ходить там и все. Димас. По центре. Ё-моё! Ё-моё! Я убил! Я убил! Есть! Есть! Я стал большим! Отлично! Ты реально должен был быстренько музыку забиндить там на кнопку или на 6-6 какая там, и все, и сразу мочить. Ой, не там вылез, не там вылез! Стойте, стойте. Кто-то дверь сломал. Зачем вы дверь сломали? Платите. Так. Выслеживаем, выслеживаем. Слышите меня? Да, я тебя спрошу. А чё ты мелкий? Надо, надо так. Я хочу еще раз вселиться в одного из вас. Я не позволю это сделать еще раз. Умри! Попробуй. Но! Меня попробуй. Красавчик. Угадайте, в ком чужой? Вы что? Это я главный. Вообще офигели. Все, пацаны, а теперь я прячу бомбу, вы должны ее найти. На краю карты прячу бомбу. Давай, давай. Что с ней сделать надо? За короткое время ее обезвредить. Если вы не успеваете, я взрываю всю карту. О, а нашел. Подожди, я знаю прикол. Я сейчас возьму какую-нибудь бутылку, буду ее управлять и находить бомбу. А, ну и так тоже можно, давай. Давайте взорвем вот эту вот бомбу. Это какая-то халтурщина. Слышь, давай, все, халтурщик. Я бомбу активировал. Я заныкался. Нет. Я вас жду, пацаны. Я на краю карты. Сразу говорю, в противоположную сторону надо идти вообще. Я сейчас уничтожу сам себя. Я вспомнил, где ты 100% установил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бомбу охраняй, чтоб никто не взорвал. Нашел, молодец, молодец. Я нашел. Так, как же тебя убить? Такая ты подлюка. Ага, там это идет на наружу. Где бомба? Я побежал, он за мной. Брат, где бомба находится? Я его установлю. Это моя цель, моя жизнь. Ну чё, где ты? Хвост у меня в экран лезет. Давай, выходи, подлый трус. Вижу, 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 вижу. Обидно, что ты зря бегаешь тут. Ну чё, никто не приходит ко мне? Я через 10 секунд взрываю бомбу. Чё, ты время, чё? Отчет времени идет. Нажата бомба. А ты что, издеваешься? Где, Димас, давай договоримся. Эй, так же нельзя было мочить меня быстро. О, кабанчик. Респект. А так, а где бомба? Вот бомба. Летим до бомбы со всей силы. Ожидайте, я иду. Ну знаешь, сколько тебя ожидаем? Я сейчас подключу две извилины. А где бомба? А, бомбу ударили?
умрите. Кто еще на меня? Давай, кто с монтировкой? С этой читерской. Ай. На тебе. Как же взорвать эту бомбу? Она не взрывается. Бей, бей. А, стреляй по ней, чтобы бомба взорвалась, надо по ней. Ты должен там молиться. Меня бомба убила, представляете? При этом она не взорвалась. Димас хотел убить нас, но убил сам тебя. Это кавказская машина. Кавказская машина. Это кавказская машина. Уберите машину, уберите машину. Летим по бомбе, летим, вот бомба. Кавказская машина. Димас, у нас тут машины появились. Ой. Там у вас сейчас появится яркий свет на экране. Я уезжаю как можно дальше. А я знаю, где бомба, но я не хочу умирать. А чё? Димас, ты знаешь, я сейчас собираюсь как можно дальше от бомбы приехать. Это не работает так, я валю. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.